The life is full of opportunities, and your goal is not to miss them. My name is Alex Wright, and that's my life. Итак, потому что у меня сломалась камера, у нас неделя влогов, и я буду снимать на iPhone. И я сейчас в азиатском торговом центре, и я себе взяла вот такой вот молодой кокос. А, не падайте. Вот такой кокос за $1.39. Я взяла один, чтобы его покушать. И со мной мои друзья китайцы. Hey, hi! Он медленный. И еще Мадина, моя подруга-казашка, где-то рядом ходит. Все такое зеленое вон там. И везде, вокруг только одни азиаты, как будто я сейчас в Китае в каком-то, а не в Америке. Вот. Мне азиатские супермаркеты на самом деле больше нравятся, и цены у них лучше, и продукт качественнее, потому что это все импорт. Поэтому мне все нравится. Вот смотрите, теперь я говорю правильно. Это овощи, это капуста. А где цветная капуста, над которой вы все так угорали, потому что я не знаю, как она называется. Вот, помело, тоже вкусный фрукт. Может, помело взять за 99 центов? Надо выбрать хорошую. Очень непонятная такая вещь, называется таро, корень. Из него делают очень вкусный bubble tea, но это вообще овощ какой-то. И тут тоже всякие непонятные овощи. Кто-нибудь такое вообще в жизни видел? Но это, я понимаю, имбирь, но он почему-то какой-то другой цвета. И вот это, что это такое непонятное? О, это очень мило, я не могу. Они такие обалденные, я обожаю их в супах. Всякие разные грибы. Люблю грибы. Окей, в общем, я очень люблю всякие азиатские фрукты, поэтому свежих сейчас нет, поэтому я возьму в баночках мангустины и рамбутаны. И, может быть, вообще еще возьму личо. Вот, и вот эти вот штуки, Japanese style green tea mocha, это такие рисовая вот эта вот мягкая оболочка, и там внутри такая паста зеленая, очень вкусная, они очень мягкие, такие мелкие штучки. Вот, поэтому я, наверное, все это возьму. Смотрите, настоящая корейская версия доширака. Доширак. Тут вообще всяких нудлсов, вот этих вот лапшей очень много. Моя сода, мои фрукты, фрукты, моя вкусняшка, мои пельмешки. I am so excited. Каково тебе, человеку из Казахстана, покупать азиатские продукты? Привыкать. Нет? Я живу с одними. Нам нравится вообще-то. Живые морепродукты, такие обалденные, устрицы всякие, улитки и какая-то непонятная фигня, крабы, лобстеры, обалденно. Живые морские ежи, неужели их едят? Ужас какой! Вау! Всякие кальмары, рыба, все живое. Вкусная рыбка, а вот икра, $8, $10. Икра? Икра нори и икра другая. Какая штучка $8 стоит? Да, и вон какая-то еще икра. Мы сейчас такую вкусную штуку попробовали, какую-то... Rice cake. Это не rice cake. Она сказала, это rice cake. Короче, какую-то желешку жареную в яйце, как френч тост, и очень вкусно было. Вкусно. Да. Мы с Мадиной взяли вот этот огромный рулет, потому что мы не устояли, и он такой мягкий. И тут очень много всякой выпечки красивой. Вот, все такое вкусное. Почему я так люблю азиатскую еду? Короче, мы с Мадиной тут начали брать еду, и нам мужик сказал, что 8.75, неважно, сколько вы берете, без лимита. И мы сначала чуть-чуть взяли, типа, вот, толстыми не будем. Да, мой любимый суп. Но потом мы набрали очень много на двоих, и это мой любимый суп, egg drop. Ням-ням-ням. Я знаю. Вот это называется egg roll. С капустой такая штука. Нет, spring roll, они в такой прозрачной steamed штуке. Это суп с яйцом. Это chicken, sesame chicken, orange chicken, лапша всякая, овощи. Крышку. Это такая сода, она обалденная. Это вкус Гавайи. Японская сода такой, enjoy pop сода. Здесь такой шарик, его надо пробить туда, чтобы он остался здесь посередине. И это кэп, который позволяет пробить. Блин, у меня ногти. Попробуй, мне сделать? No, it's fine. I guess. Не-не-не, сломаешь как будто, дай я попробую. You have to press hard though. Давай. Давай, Мадина, я в тебя верю. Я никогда это не делала. Стой! Вот так, да? Да. Подожди, подожди. You can break this one first. Okay, wait, I can do it. You hold it. Можно вот это? Hold it, no! Don't!
Почему? Don't touch it. Don't touch. Can't touch this. Сразу сказала бы? Ага, магия. Что, вкусно? And there is a bowl in the soda. Вкусно? Yeah, not really sweet. Не очень сладкое, но очень вкусное. What do you think? Вкусно? Sweet. Да, нормально. What? Is your chopstick or mine? Mine. You didn't use chopstick. Такой вот супчик. Мы вчера дома такой готовили, но у нас почему-то лучше получилось, чем здесь. Thank you. Что? Это моя любовь. Мочи айскрим. Они обалденные. Я думала, это была я. Они с green tea? Давай это попробуем. Кейк? Да. Все нормально, я просто сижу и пью кокос. О, господи, какой божественный вкус. Я не могу. Вот эта кокосовая вода в 100 раз лучше, чем та, которая продается в бутылочках. Это просто божественно. И она прозрачная. То есть, кристалл такая clear. Прям как вода. Я просто не представляю, как так на земле получается такой фрукт, орех, или что это назвать, у которого внутри вода. Просто откуда она там образуется, надо это просто как-то загуглить или что. Но это очень вкусно. Очень освежающие и мало калорийно. Я очень хотела, чтобы он был в 2 раза больше, чтобы его можно прям так напиться. А то вот такое пьешь и как-то мало. Если я еще поеду в такой торговый центр, я куплю 5 штук, наверное. Они стоят не так дорого, не так дорого, где-то доллар с чем-то, но они очень вкусные. В Таиланде это моя самая любимая вкуснятина. Просто сидеть так, трескать этот кокос и такой ложкой вышкребывать оттуда мякоть. Просто обалденно. Вы бы видели, как я его открывала тут вот этим ножом. У меня тут везде по всей комнате просто ошметки. Тут потому что все вот так вот вскрыто, не знаю. Кое-как с горем пополам да открыла. Вот, в общем, открыла я этот дурацкий коконат. Сколько мук мне это стоило. И вот что тут такое. Небольшая вот эта вот емкость, вот такого размера, была наполнена этой жидкостью. И это было очень вкусно. Сложно было разломить это, но ладно, сейчас я буду есть вот эту белую мякоть, белую мягкую штуку, очень такую сладкую, молочную, не сладкую, просто молочную, прикольная она такая, вообще классная.